Итак, прошу вас, представьтесь. Здравствуйте, я Дарья Пинаева, и сегодня я вам расскажу о многогранниках. Начну свой рассказ с правильных многогранников. Их пять. Это тетраэдр, октаэдр, гексаэдр, куб, додекаэдр и икосаэдр. У тетраэдра, как вы все видите, 4 грани, у октаэдра 8, у куба нам известного 6, у додекаэдра 12, а у икосаэдра 20. А сложные многогранники получаются в результате скрещивания двух многогранников. Вот, например, малый икоса-икоса-додекаэдр. Он получается путем скрещивания двух многогранников додекаэдра и икосаэдра. Скажите, как долго вы делали эти многогранники? Эти многогранники я делала, можно сказать, часть дня маленькую. И утром чуть-чуть доделали. Можно, скажем, например, сделать вот этот самый большой многогранник за полчаса или не сделать? Вот такой вот? Да. Естественно, можно за полчаса. Вам это было интересно? Конечно. Я собрала еще вот такой многогранничек. Вот он. Сейчас я сфокусируюсь. Так. Такой вот многогранник. Тут вот маленькая картинка. Вот это еще не доделанный. Ага, хорошо, понял. А сейчас у вас каникулы, что ли, да? Да. А где вы учитесь? Я учусь в лицее номер 2, 1-й Б-класс. Это у вас школьная программа? Нет. Нет? Это я просто увлеклась. А скажите, а чем вы еще занимаетесь в каникулы? В каникулы я занимаюсь уроками. А, это у вас уроки? У вас есть домашнее задание? Да, конечно. И отдыхаю. Хожу на всякие елки, представления. Угу. Гуляю с подружками. Хорошо, понятно, да. А скажите, а вы куда-нибудь ездили с классом? Мы ездили с классом в Тутаев. Вам понравилось в Тутаеве? Да. А что там больше всего понравилось? Запомнился очень автобус. Он был достаточно удобный, со столиками, куда можно что-то поставить, с крючком, куда можно что-то повесить, и с сеточкой, куда можно что-то положить. Угу. А сама экскурсия вам понравилась в Тутаеве? Конечно. А что там больше всего понравилось? Наверное, понравилось все. И особенно овечьи игры. Да? На экскурсии овечьи забавы. Там были настоящие овечки? Нет. Нет? Овец не было. Но были веселые игры. А вы участвовали в этих играх? Конечно. Весь класс участвовал? Все поучаствовали. Или там было у вас, сколько у вас было народу? А у нас было 2 класса, А и Б. Угу. В одном автобусе? Да. Угу. Хорошо. Ну что же тогда? Но там не все были, естественно. Понятно, да. Ну что же тогда, пожелайте нам что-нибудь нашим зрителям, и мы на этом закончим. Я желаю здоровья и успехов во всем. Если это школьники, то хороших оценок. Угу. Спасибо большое. До свидания. До новых встреч. До новых встреч.